всем, кто защищал и продолжает защищать свою страну. Потасканы жизнью, не зная ласки, их лица выточены, словно каменные маски. Железная воля, кованый металл, характер закален, хлеще, чем стальной кинжал. В жестоких условиях, без всякой пощады, суровые спартанцы, им роскоши не надо. Стоять брат за брата в борьбе с общим врагом, жалость противнику им не знакома. Храбро сражаться, как учили отцы, ничего не страшаться, бравые бойцы. Отважные воины, непобедимы, славные богатыри с неведомой силой, готовые в любое время, в любом месте, любую выполнить задачу с достоинством и честью. Эти пацаны настоящие герои, готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братцы. Эти пацаны настоящие герои, готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братцы. Это профессионалы высшего разряда, кто задачи выполняет не ради награды, а ради страны, своей родной отчизны. Уничтожая противника, рискуют своей жизнью, сжигая свои нервы, забыв про слово страх, прикрывая друг друга, воюют в городах, высоко в горах, в лесах или пустынях. Встречаются с таким, что кровь в жилах стынет. А получив ранение, превознемогая боль, из последних сил продолжают вести бой. Стрельба над головой, из снарядов разрывы, а они прут на пролом, пока еще живы. И что другие жили, жертвуют собой, но к сожалению не каждый возвращается домой. Эти пацаны настоящие герои, готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братья. Эти пацаны настоящие герои, готовые биться до последней капли крови. И если так случится, что придется умирать, они исполнят свой долг. Работайте, братья. Спасибо.